списка. Проснулся, не помню, что было вчера. Кажется, была огромная туса, и было там очень много бухла. Мученый жаждой и бодуном, на кухню отправился тихонечко, словно тайком. Хотел воды из-под крана попить, но встретил зеркало я на пути. И я взвизгнул, словно меня укусила оса. Какого хрена? Что за дела? Исписанный был весь, словно шпаргалка, а на прическу мою смотреть было жалко. Набрили мне ночью какие-то плеши с прической такой, и я словно леший. На лбу огромное бранное слово. Да, не ожидал я такого. Навек я запомнил ошибку свою. Теперь на списках никогда не сплю. Спасибо.